Дорогие друзья, знаете ли вы, что не существует легкого способа химической очистки промышленных котлов от накипи? Равно как и чудодейственного средства, оставляющего после себя блестящий металл. Посмотрите в интернет. Сеть полнится роликами о чудо-реагентах. Вот, например, кусок ржавой пластины или трубы, погруженный в промывочный раствор. Несколько секунд терпения, и перед вами блестящий образец. Вы спросите, какое отношение это имеет к растворению котловой накипи, которая образовалась при высоком давлении и температуре. Совершенно правильно, никакого. Точно так же и компании, создающие химию для промывки котлов и теплообменников от накипи. Зачастую имеют дело не с реальным промышленным котлом и годами адгезированной накипью, а с измельченным лабораторным образцом, который легко растворяется даже в Кока-Коле. Простой опыт демонстрирует это наглядно. Теперь возьмем реагент Кротол-К, который разработан нами на основе анализа более чем 350 образцов котловой накипи. Да, он обладает прекрасными моющими качествами за счет входящей в состав сульфаминовой кислоты и ряда других кислот. Да, обладает повышенной проникающей способностью за счет смачивателей. Да, безопасен для металлокотлов за счет применения импортных ингибиторов. Однако мы не можем гарантировать вам стопроцентный эффект от его применения. Но только в том случае, если вы неправильно реализуете технологию химической промывки. Что мы имеем в виду? Посмотрите на типичные ошибки при промывке котлов. Вот одна из компаний моет котел LUS OLS 10000 с водяным объемом 20 кубических метров. Как вы думаете, какая циркуляция возникает в котле через такие шланги? Совершенно правильно, никакой. А проводился ли химический анализ накипи перед промывкой? Скорее всего, нет. А сколько часов велась промывка? Скорее всего, не более 8 часов. А контролировались ли параметры промывочного раствора в ходе выполнения работ? Нам это неизвестно. Несоблюдение технологии химической очистки котла фактически наполовину снижает эффективность реагента и результат выполнения работ. Вот почему при поставке реагента Кротол мы проводим бесплатные консультации. Разрабатываем программу промывки именно вашего котла. Подбираем параметры промывочного оборудования и его производителей. Обучаем ваш персонал правилам выполнения работ. Передаем опыт и ноу-хау нашей компании. И только в этом случае вы получите тот результат, который вас устроит. К сожалению, в коротком ролике мы не можем рассказать обо всех особенностях реагента Кротол-К и технологиях промывки. Мы продолжим создание обучающих видео, а вы можете написать нам в комментариях темы, которые вас интересуют, и мы разберем их в следующих наших выпусках. Благодарим за внимание. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе последних новостей.